Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим играть в игру, которая называется Red Ball 4. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прошли 8 из 15 уровней. Сегодня нас ждет сражение с боссом. Сегодня нас ждет, я думаю, что ждет нас сражение с боссом, но нас ждет еще, кроме, ну, до босса остается нам еще 7 уровней. Ну, поехали. Выбираем 9 уровень. Привет, Шарик. Здорово, ребята. О, квадратик. Я помню, как ты в прошлой серии не хотел остановиться на том, что его плюхнешь. Ой, да, только он меня чуть-чуть укусил. Ладно, это мелочи, Шарик. Давай, проходи. Вот тут для чего-то нужна вот эта доска. Упс. Шарик стал каким-то грустным. Чего ты такой грустный? Но я как-то чувствую, что мы сделали что-то не то. Ну-ка проверим. Ну, звездочку никак не достать. А, Шарик, я, кажется, понял, что не так. И для чего нам нужна вот эта вот доска? Для того, чтобы вот так этот короб перетащить через эту доску и забрать звездочку. Ну, перезапустим уровень. Давай. Плюхаем. Только эту доску надо вот так с разгона тащить. Вот так. Звездочка. Короб. Короб мы вот сюда. И надо сначала плюхнуть квадрата. Вот так. И поэтому короб вот и вот. Ой, чуть-чуть не допрыгнул. Вот как-то надо нам вот это попробовать сделать вот с помощью этого допрыгнуть вот сюда. Ладно, давай попробуем, Шарик, и еще. Это все-таки надо к нам дойти. Ой, Шарик, да? О, я, кажется, знаю. Вот так. Так. Вот так. Шарик, прыгай. Прыгай. Ой. Помоги. Шарик, давай. Я в тебя верю. Помоги. Давай, я в тебя верю. Вот так это решу. И вот все, мы наконец-то пошли. Это висячее место. Раз, о, два короба. О, да это легкотня вообще, не место. Чекпоинт. О, звездочки. Вот. И вот, все, мы прошли первый, 10 уровень. О. О, как раз тарзаночка. Давай прокачусь. Ой, Шарик, звездочка. Может, ну ее? Нет, не ну. Давай вернемся на этот уровень назад. И теперь сразу же хватай. Ой, Шарик. Ну ладно, это место еще более нормальное.
О, вот. Теперь, о, квадратыч. Давай его в воду. Короб. Ой, шарик, да? Что ж ты такой неловкий? Звезд. Да я сам не понимаю. Мельница. Мы вот встали уже на мельницу и плывем вот сюда. И точнее идем вот сюда. И квадрат. Тихо. Вот так и так. О, идем. 11 уровень. О, звездочка. Шарик. Ой, шарик, да? Уже 3 жизни осталось у нас. Всего лишь 3. Но шарик. Если сейчас. Сейчас. О, вот. Квадрат. Давай сначала разведаем обстановку. Квадрата. Плюхнуть. Шарик, ты чё опять такой рост? Я как-то чувствую, что не надо плюхать квадрата. Ой-ой-ой. И теперь никак не запрыгнуть вот туда. Я, кажется, понял. Ты вот должен перетягивать короб. А квадрат тебе должен быть как вес вот этот, чтобы удерживать тебя. Вот, я сейчас покажу тебе. Перезапускаем уровень. Давай проходим его заново. Звездочка. Эй, шарик, ну, это место мы уже проходили. Шарик. Давай, может. Шарик. Теперь вот квадратыч. Ой, не получилось как-то, но я сейчас еще покажу. Давайте. Давай, шарик. Вот. Сейчас туда надо, когда квадрат только подходит. Вот, квадрат подходит. Мы его. Но мы его можем не плюхать, а то он нам помог все-таки. Давай лучше. Или плюхнем. Ну, давай лучше плюхнем, а то он может там еще много дел натворить. Ну, давай. О! Мы прыгнули. О, 12 уровень. О, телега. Давайте ее вот так подкатим. Шарик. Прыгать. А, ну. Надо прыгать сразу. Когда. Давай и камень. О, как раз на квадрата. Раз. О, платформа. Давай, шарик, я тебе подскажу, когда платформа будет под водой. Вот под водой сейчас. И вот та платформа под водой, она из-под воды. О, рогатыч. И он как раз, ну, кстати, за рогача. В прошлой серии мы задавали вам задание придумать имя для рогатого квадратика. Ну и вот. Не придумали никто, но на самом деле его, знаете, как зовут, тогда я придумал. Имя, его зовут, его называть будем Бычок. О, Бычок. Бычок утопился. О, вот. Это пещерка с квадратычем. Этого квадратыча убили. И звезды. Вот звездочки собираем. Едем. О, телега. Перепрыгнул. О, рогач. Рогатыч. Раз. Все. О, все, так
О. Ну, он все 14 уровень. Давайте проверим. О, телега скатывается, значит, надо нам на телегу запрыгнуть. Стоп, стоп. Надо нам с телеги перепрыгнуть, на телегу запрыгнуть, и телега упадет в пропасть, а ты перепрыгнешь, Шарик. Ну, хорошо. Упс. Я не могу выпрыгнуть. Все, это твой дом, мужик. Давай перезапустим уровень. Теперь сразу телега. И плывем. Едем. О, все, телега полку. Опять это. О, бычок. О, кажется, у меня идея. Какая идея, Шарик? Давай его прихлопнем. Камнем. Вот, все. Теперь вот место, где квадраты. Квадраты. Звездочка и босс. Ну как, Шарик, ты готов к боссу? Конечно же готов. Ну, поехали. Босс какой. Босс. Вот его надо бить. Шарик, вот ты понял, когда у него желтые глаза, то бей, бей. А, ты не успел. А у него опять желтые глаза, бей. Теперь... Вот его. Ну как, ты прыгнешь? А квадрат. Но с этим мы уже знаем, как справляться. О, два квадрата. О, о, сейчас прыгаешь. О, два бычка. Два бычка, которые вот так очень прыгают. Вот все, теперь он такой вот злющий, что мы его победили. Что мы победили его квадрат. Сейчас так само, как и твоих квадратов, мы и тебя победим. У тебя уже две жизни. А у тебя одна. Ну и теперь у нас у двух одна жизнь осталась. Мы его победили. Yes. Все. Взорвался. Мы наконец-то приключения все закончили. Но Шарик мы не закончили. Там еще вот дремучий лес. Значит, получается, брат того квадрата решил, что тебя надо заманить, чтобы тебя убить в дремучем лесу. Ну ладно. Мы на этом давай закончим. Дремучий лес. Будем проходить в следующей серии. А сейчас ставь лайк. И подписывайся на канал Тимур11ТВ. Пока-пока. Покеда.